Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что, безусловно, обращаясь к психологу по одному вопросу, безусловно, обращаясь к специалисту, ну, изначально по некоторой проблематике, потом может появиться какая-то другая проблема, которую вы не готовы обсуждать с тем психологом, к которому изначально обратились за помощью, и, на мой взгляд, это более чем реалистичная история, вот, поэтому, если вы уверены в том, что проблема стыда никак не связана с той проблемой, которую вы обсуждаете со своим текущим психологом, то да, можно обратиться к другому специалисту для проработки как раз таки вот той и другой проблемы, потому что специалист, которого вы выбрали, может даже не, ну, условно говоря, может даже не специализироваться на этой проблематике, может даже не работать с ней, потому что вы выбирали специалиста по другой проблеме. Такое бывает. Но если вы, если есть подозрение, что может быть проблемы как-то связаны, если, если есть сомнения относительно этого, то в таком случае, конечно, имеет смысл сначала поговорить с своим психологом, имеет смысл сперва обсудить этот момент, не обязательно говорить именно, не обязательно говорить своему психологу то, что вас волнует, но можно и нужно, ну, по факту, да, можно озвучить, что есть такая вот проблематика, да, что есть вот такая, ну, такая сложность, вот, и, соответственно, уже решить, что, ну, решить, что делать, как бы, с этим, вот, понимаете, какой момент. Дальше. Значит, как выбрать специалиста компетентного сразу? Ну, что для вас такое компетентный специалист, во-первых? Вот, потому что здесь могут быть варианты. Вот, здесь, ну, здесь могут быть различные варианты. Вот. Поэтому тут, я думаю, только набрать, тут только, я думаю, пробовать, вот, тут, я думаю, только методом пробы, можно и нужно действовать, вот, и смотреть по ответам, да, по ответам и по профилям, какой именно, ну, какой именно специалист вам нужен, да, то есть вот, ну, что вы сами хотите для себя вообще получить, какого специалиста вы хотите, и дальше смотреть уже по, например, ответам, дальше смотреть уже, например, по тому, как человек себя ведет там, и так далее. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд.
Ну, это очень, в смысле, важная история, на мой взгляд, по моему мнению. Дальше. Тяжелые ситуации не все могут выдержать. Но вот здесь, если честно, здесь мне не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря, что тяжелые ситуации не все могут выдержать. То есть, если вы про психологов, например, говорите, то любой психолог выдержит любую ситуацию, если это, ну, если это, ну, если это специалист, если это профессиональный психолог, скажем так. Вот. То есть, как-то здесь, на мой взгляд, немножечко вы, я бы сказал, ну, как-то вот странно немножко. То есть, как будто вы пытаетесь показать, что ваша проблема достаточно серьезная, достаточно сложная, очень серьезная, очень сложная. Понимаете, она для вас может быть такой, но психолог, если это профессионал, да, то он не будет выдерживать ситуацию сложную, как вы говорите, он будет просто с этим работать. Ну, будет работать и с вами в том числе тоже. Вот. Дальше. Само чувство стыда, которое у вас возникло, меня тоже интересует. Во-первых, интересует то, как чувство стыда появилось. Было ли оно у вас до того, как вы начали работать со своим психологом, или появилось же уже как-то после того, как вы начали работать с своим психологом. В общем, это, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который вам нужно, собственно, найти ответ, потому что это напрямую, как вы понимаете, влияет на то, что с вами происходит. Дальше. Что такое? Что такое в целом? Чувство стыда. Это отрицание, это отторжение того, что вам хочется, того, что вам нравится, того, что вы чувствуете. Какие у этого есть основания у того, чтобы отрицать, чтобы вам отрицать свои чувства, чтобы там не произошло. То есть чувство стыда — это по большому счету невыраженный гнев. Значит, наша задача с вами — постараться отыскать, я бы сказал, да, отыскать, в общем, причины этого гнева, источник этого гнева, и постараться этот самый гнев выразить, параллельно изменяя отношение к ситуации, которую вы считаете для себя постыдной. Потому что здесь могут быть варианты, что вы себя просто, ну, можете там корить за что-то, считая, что так нельзя, считая, что такого быть не должно, и так далее, и так далее. Хотя на самом деле, ну,
то, что есть, в общем-то, да, то, что есть, то и есть, и от этого, наверное, никуда не деться, ну, в принципе, что логично, на мой взгляд, вот, поэтому тут, конечно, достаточно такая интересная история, на мой взгляд. А дальше, значит, это некое, конечно же, отрицание и себя. Это некое отрицание своих, ну, своих желаний. Это некое отрицание своих каких-то потребностей, которые имеют место быть у вас уже теперь. И это тоже достаточно важный момент для, для проработки. Вот. Это тоже достаточно важный момент. А дальше. Значит, я вот тут не очень понял, кого вы имеете в виду, да, кто может выдать. А дальше. Как проработать то, что не можешь ни с кем обсудить? Ну, рядному человеку подходит разные методики, но самая терапия это далеко не лучше, но далеко не самый эффективный, мягко говоря, способ решения проблемы. Вот, поэтому я бы вам не рекомендовал бы, но настоятельно бы не рекомендовал вам заниматься самоанализом. Вот, настоятельно не рекомендовал бы вам заниматься вот именно что самостоятельной терапией, потому что, ну, ничего хорошего из этого не получается, как правило. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду. Вот, ну, просто имейте его в виду для того, чтобы не строить люди. Вот. Так что да, вы, конечно, можете сперва обсудить проблему тогда своим психологом, что вы этот самый стыд ощущаете, что для вас это проблема. Вот. Посмотрите, что скажет вам, собственно, психолог на это. Вот. И, может быть, психолог, которого вы выберете в качестве альтернативного, значит, станет основанием для вашего психолога что-то поменять. Это первое. И второе, это то, что, может быть, два человека свяжутся для того, чтобы действовать как-то более координированно по отношению к вам. Вот, если вы этого хотите, опять же, если вы этого хотите. А вот, наверное, такой ответ я мог бы вам дать. Значит, ну, как бы, с той позиции, вот с той позиции, с той, может быть, точки зрения, да, вот, с точки зрения того той информации, которую вы нам предоставили. Я надеюсь только, что вам это будет полезно, я надеюсь, что вам это будет, ну, я надеюсь, что вам было интересно то, что я сказал, я надеюсь, что вам это будет полезно, ну, в первую очередь полезно, во вторую очередь интересно. Вот. Что еще? Ну, наверное, хочется на этом пока закончить. Хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам
наверное, успеха, вот, и хочется надеяться, что вы сделаете для себя такой вот наиболее адекватный выбор, который полностью бы соответствовал тому, что вы хотите. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Не затягивайте с решением этого вопроса. Удачи.